С помощью планшета или коммуникатора можно определить, менять ли батарейку в пульте дистанционного управления или не нужно ее менять, живая она или мертвая. Логично было бы взять пульт дистанционного управления, нажать на кнопку и по светодиоду, который находится в торце пульта, определить, работает или нет этот пульт дистанционного управления. Но так как мы не видим мерцания светодиода, воспользуемся планшетом или коммуникатором. Для начала на Nexus 7, я использую именно этот планшет сейчас, скачаем программу, изначально которая не установлена у меня на планшете. Называется она камера Nexus 7. Вот она. Скачиваем, устанавливаем. И с помощью этой камеры можно определить, живая батарейка в пульте или нет. Включаем любую камеру. Направляем пульт дистанционного управления на камеру и нажимаем на клавишу. Если мы видим мерцание, значит батарейка живая. Мерцания нету, значит батарейку нужно менять. В данном случае я проведу такие вот эксперименты. Мы видим мерцание, нажимая на разные кнопки. Мы видим мерцание светодиодов. Значит, батарейки живы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много интересных, незадокументированных функций, которые можно использовать на планшетах и на коммуникаторах.